Первая игра в нашем списке называется «Лорды Подземелья». Довольно интересная игра, в которую вы будете играть очень долго. Большой мир, огромное количество квестов, выбери Ургота, эльфийку, человека, гнома, одним словом выбирай пол, расу и класс персонажа с умом, так как выбор расы влияет на пару второстепенных заданий и на то, насколько легко будет развить ту или иную способность. Вторая игра на сегодня – это «Принц Персии». В этой игре есть все, что нужно, более-менее нормальная картинка, паркур, возможность отмотать время. Верни время вспять, предотвратив катастрофу, которая сгубила твой народ, в частности твоего отца. Минуточку. Если отца принца убили, то выходит, что мы почти 95% игры играем королем Персии. Да? Растения против зомби. Хорошая игра для вашего компьютера, графика на отличном уровне, втягивающий геймплей, это восхитительная игра в жанре Tower Defense, будет держать вас в тонусе и хорошем настроении много часов. Земля мертвецов. Вы простой фермер, которому постучался в двери зомби-апокалипсис. И как в всех других играх о зомби, вы ни с того ни с сего встаете супер-пупер-дупер истребителем зомбаков. Игра очень сложная, так сказать, для любителей хардкора. Отличный 2D-платформер для ПК, на первый взгляд игра не кажется такой уж хорошей, но игровой процесс захватит вас в первые 5 минут. В игре можно выбирать разных персонажей с разными способностями. Игра более требовательная, чем остальные игры с нашего списка. Первые минуты вы будете в недоумении от происходящего, а потом и вовсе начнется бомбежка. Но буквально за полчаса вы начнете кромсать и рвать своих врагов, осознавая, что это просто замечательная игра для рубилова.